увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Звук «х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Буква «м» в имени дает большую внутреннюю силу. Буква «р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «т». Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Эти люди умеют организовать других людей. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.